Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон. Интересные новости к нам приходят с корейского сервера от зарубежных ютуберов. Дело в том, что если раньше в Камазоне обычно останавливались где-то в районе 16-18 этажа самые топы, то сейчас весь Камазон забит игроками, которые дошли до 30 этажа, и все это сделали, обузя фишку с бессмертной Вероникой. Дело в том, что, смотрите, если мы сейчас посмотрим по вот этому герою Веронике, у нее есть на 5 звездах особенность, которая может сделать ее бессмертной. Вот, ее способность снижает на 50% от скорости регена оружия получаемый ей урон. То есть, если у нее запредельно высокая скорость регена оружия, то 50% от этой скорости могут составлять 100%. Вот такая вот фишка. То есть, ну, у вас, допустим, 200% скорость регена скилла, делим на 50% и получаем 100%. Отлично, 100% входящего урона блокируется. И с помощью как раз артефактов, которые у нас сейчас есть в Камазоне, можно легко добиться этого эффекта. Смотрите, как у нас... используют это сейчас игроки в топе. Ну, давайте, допустим, вообще пролистаем, сколько здесь. Здесь, ну ладно, здесь еще пока не все, но я думаю, эти ребята тоже скоро будут на 30 этаже. Просто они только, может быть, недавно узнали об этой фишке, но все забито 30 этажом. Если вы посмотрите, какие артефакты эти ребята используют, то здесь... А, вот это, кстати, новый пояс, плюс 300% атаки. Но здесь, видите, самое главное, они используют артефакты на скорость регена навыка. То есть здесь у нас плюс 50% каждый вот такой артефакт. И очки тоже каждые дают плюс 50%. И плюс еще используют часики. Смотрите, как делают. Доходят с Вероникой до сложной комнаты с боссом, и на боссе используют просто трех героев на мусор. Они тут же погибают, часики дают прибавку к атаке Вероники на 100%, и благодаря этому бессмертная Вероника успевает зачистить комнату с боссом, ну еще плюс у нее нехило поднимается атака в принципе от регена, ну из-за скорости регена оружия. Вы можете вот даже посмотреть, в принципе здесь все так используют. Вот смотрите, у этого парня вообще все в этих ошейниках на скорость регена и одни часики. Второе место, три часика. То есть этот, часики, они, видите, дают 100% атаку, когда кто-то из команды погибает. То есть он делает специально. Вероника плюс три мясных героя. Они погибают, Вероника тут же получает жесткий буст атаки и легко в одиночку сносит босса, при том, что она становится бессмертной благодаря скорости восстановления оружия. Ну и тут еще у нас газовый ключ на тоже на атаку и на криты. Первое место... Вот здесь, кстати, даже интересная связка используется. Смотрите, эта масочка, она делает так, что когда у вашего героя здоровье меньше 75% или меньше 50%, вы получаете дополнительную прибавку к атаке и защите. И плюс к этой маске у него идут тут же два проклятия, которые снимают хп твоих сопартийцев в начале боя. Один на 30% и другой на 30%. То есть итого минус 60%, и сразу же активирует навык от маски, повышающий атаку и защиту. Если вы спросите, а что же разработчики, куда они смотрят, они на самом деле что-то написали по этому поводу, но корявый перевод не дает в полной мере понять. Ну, смотрите, что они пишут. У нынешнего камазонского наземного артефакта высокая скорость заряда навыка оружия, и герой Вероника, мы подтвердили, что вы очищаете землю Камазона до верхнего этажа. Ну, понятно, да, что благодаря высокой скорости нового артефакта, но на самом деле новый артефакт тут ни при чем, потому что, ну, смотрите, даже вот этот парень, да, вот новый артефакт, плюс 50 скорость регена оружия, а вот очки, те же плюс 50 скорости регена оружия, то есть можно даже обойтись просто 4 пары очков собрать, и Вероника будет бессмертной, даже если эта обнова уже пройдет. Ну, конечно, там будет минус 80% атаки, но я думаю, Вероника как-нибудь с этим справится, там буквально с помощью одних часиков, так что это не проблема. Я не знаю, эта часть преднамеренно предназначалась в ходе этого сезона на земле Камазона. То есть они хотят нам сказать, что они серьезно хотят
хотели, чтобы мы использовали Веронику и были бессмертными. Дело не в использовании каких-либо ошибок. Драйверы уже работают на Camazon Land. Мы считаем, что коррективы сложности неуместны и не будем предпринимать никаких других исправлений или действий. Судя по всему, они не считают это ошибкой, это типа не баг, а фича, и похоже, править они, ребята, это не будут. Так что, если у вас есть Вероника, то качайте 5 звезд и зарабатывайте молоточки на Камазоне в огромных количествах. Вот, наверное, такой можно сделать из этого, из всего вывод. Люди тут тоже что-то пишут в комментариях. Спасибо, что не заметили это как ошибку Вероники. Они тут еще корм-корм пишут, так что насчет корма, это правильный корм. На самом деле это корявый перевод, корм это фид, типа отзыв, обратная связь от разработчика. Но в целом ситуация забавная, да, друзья, поэтому я решил снять этот ролик. Я вообще об этой ситуации узнал из видео зарубежного ютубера, я вам ссылку на его канал оставлю в описании, можете сами посмотреть. Я здесь использовал кусочек его битвы на Веронике с боссом. А у меня на этом все, друзья, с вами был 101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до новых встреч!